Всем привет, с вами Миша, и вы на канале Crypto Dealers. Друзья, наша сегодняшняя тема – это проект GMP. У чуваков в презентации написано, что это научная платформа по воплощению и генерации сразу же тысячи проектов. Ребята взяли на себя решение таких сложных вопросов, как возобновляемая энергия, медицина будущего, искусственный интеллект, квантовый компьютер, биоинформатика и другие волнующие современное человечество темы. GMP – международный проект по созданию сети метрологических центров и инновационно-технологических кластеров. GMP – это перспективный бизнес-проект в сфере высокоточных измерений, востребованный во многих отраслях человеческой деятельности, в настоящее время не имеющий аналогов и поэтому обладающий значительным экономическим потенциалом. Центры GMP призваны осуществлять метрологическое сопровождение средств измерений, применяемых для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и оценки соответствия продукции. GMP ориентированы на выполнение работ для оборонно-промышленного комплекса в целях выпуска современной надежной техники, которая высоко оценивается ведущими экспертами отрасли и востребована во всем мире. В рамках взаимодействия с органами госбезопасности центры GMP будут проводить экспертизу изделий, лабораторный анализ образцов, изъятых в рамках оперативно-розыскных мероприятий, осуществлять оперативный контроль соответствия приборов заданным метрологическим характеристикам. В общем, в планы компании входит по полной использовать потенциал тех самых гениев, которые они ищут по всему миру, чтобы воплотить их самые перспективные идеи для оптимизации работы предприятий. Все эти важные экспертизы по контролю качества будут проводиться с внедрением инноваций от ученых, работающих в проекте. Применяя новейшие методики измерений, испытаний и калибровки различного рода устройств, они помогают создавать технологии связи, навигации и управления будущего, с которыми, например, можно будет точно предсказать извержение вулкана или управлять беспилотным транспортом в городе. А учитывая высокий спрос на метрологические услуги во многих областях деятельности общества, отсутствие конкуренции и невозможность начинающих талантливых ученых при дефиците ресурсов реализовывать свои инновационные идеи, очевидны большие перспективы инвестиций в метрологический бизнес. Благодаря применению новейших технологий и эффективному использованию материально-технических ресурсов организации, центры GMP смогут стать авторитетом в области контроля состояния и обслуживания даже медицинской техники. Центры GMP станут надежным стратегическим партнером в области единства измерений, испытаний и стандартизации для промышленных предприятий. Компания собирается объединить передовых и перспективных ученых со всего мира. И эта ложа великих умов будет обеспечивать своего рода правильность принятия решений. Подведем черту. GMP – это команда спецов, которые придут на предприятие, сделают все замеры, проверят его эффективность, расскажут, что хорошо работает, а что не очень, и научат принимать верные решения для того, чтобы система работала как швейцарские часы. Проще говоря, проведут классный апгрейд, который никто больше не предложит. При этом создатели проекта мыслят глобально, потихоньку объединяя свои центры недооцененных ученых, идейных волонтеров, уникальных ребят, воплощая их идеи и внедряя эти инновации в нужное дело. Первый центр GMP заработал в 2016 году, и уже в первый месяц работы они сделали больше, чем 500 заказов клиентов. А за первый год работы были выполнены заказы более 9000 частных клиентов и осуществлены работы для более 200 организаций. Масштабно, как для первого года работы. Успешные результаты пилотной фазы проекта наглядно показывают глобальный потенциал проекта GMP. Всего будет выпущено 500 миллионов токенов GMP и ERC-20 совместимых токенов, из которых 400 миллионов токенов будут распределены среди инвесторов проекта. Проект GMP станет владельцем продуктов интеллектуальной собственности, авторских прав и патентов. Ежегодно 60% финансовых поступлений от авторских вознаграждений и патентов научных исследований будут пропорционально распределяться в качестве вознаграждения между держателями токенов GMP. А что вы слышали о метрологии? И как вам такой щепетильный подход к контролю качества? Все ответы на эти вопросы я жду внизу в ваших комментариях. А на сегодня все. С вами была Миша. Всем пока.